Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Давайте поговорим о наиболее интересных событиях текущей недели. Новостной фон новой торговой недели будет достаточно насыщенным. Интересные для трейдеров макроэкономические релизы ожидаются уже со вторника. Это решение по процентной ставке от резервных банков Австралии, Новой Зеландии, квартальные отчеты по темпам роста ВВП Японии и Великобритании и другие важные публикации. Что ж, начнем со вторника. В ходе Тихоокеанской торговой сессии вторника опубликуют решение резервного банка Австралии по процентной ставке. Отметим, что с августа 2016 года ставка находится на уровне 1,5% и в данный момент времени изменений не предвидится. На торгах американской сессии ожидается публикация отчета по числу открытых вакансий на рынке труда США. Показатель находится на достаточно высоком уровне, что позитивно для американского доллара и экономики США в целом. Но в случае выхода его фактического значения отличным от прогноза, волатильность доллара США повысится. В это же время будет опубликован индекс деловой активности в Канаде за июнь. Индикатор указывает на благополучие в промышленном секторе страны, его дальнейший рост способен поддержать канадский доллар. В среду во время американской торговой сессии будет опубликован отчет по запасам сырой нефти в США. Данный релиз способен существенно повлиять на ценообразование нефти и нефтепродуктов. В четверг в ходе Тихоокеанской сессии опубликуют решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке. С сентября 2017 года показатель находится на отметке 1,75%. Изменения ставки не планируются. Немногим позже ожидается пресс-конференция, посвященная результатам решения Резервного банка Новой Зеландии, от тональности которой будет зависеть дальнейший курс новозеландского доллара. Во время американской торговой сессии четверга будет опубликован индекс цен производителей PPI США за июль. Это инфляционный индикатор, дальнейшее движение которого поможет определить направление цены доллара США. В пятницу в ходе азиатской сессии ожидается публикация отчета по темпам роста ВВП Японии за второй квартал текущего года. Это ключевой показатель экономического благополучия страны и в случае дальнейшего снижения которого котировки иены ослабнут. На торгах европейской сессии будет опубликован квартальный отчет по динамике укрепления ВВП в Великобритании. Это важнейший макроэкономический индикатор, при условии его дальнейшего роста фунт укрепится. В это же время ожидается релиз объема производства в обрабатывающей промышленности в Великобритании за июнь. Это индикатор силы промышленного сектора страны, в случае дальнейшего роста которого британский фунт получит поддержку. В ходе американской торговой сессии пятницы опубликуют базовый индекс потребительских цен США за июль. Это ключевой инфляционный индикатор страны, и в случае отклонения его фактического значения от прогноза волатильность доллара США повысится. На этой же сессии будут опубликованы важные отчеты по рынку труда Канады, изменения занятости и уровень безработицы. Во время выхода показателя возможен рост торговой активности по парам с канадским долларом. На этом все. Подводя итог, можно сказать, что насыщенный новостной фон текущей недели обеспечит рост торговой активности по валютным парам с новозеландским, австралийским долларом, иеной, фунтом стерлингом, канадским долларом и долларом США. Успешных вам торговых операций на рынке Форекс. Зарабатывайте с FIBA Group. Финансовая группа поддержки.